Все мы слышали о таком понятии, как кислотно-щелочной баланс, однако не все из нас знают, что означает этот термин и как он применим к нашему здоровью. Тем не менее, со временем наш организм может закисляться, то есть pH-баланс в нем смещается, что в свою очередь может вызвать множество неприятных последствий. Поэтому сегодня мы хотим поговорить о причинах нарушения этого равновесия и о том, как с ним можно бороться. pH-баланс означает соотношение кислой и щелочной среды в нашем организме. Для нормального функционирования разным органам необходима разная среда. Например, желудок нуждается в кислой, а иммунитет, наоборот, в щелочной. Однако этот баланс удается поддерживать не всегда. Закисления могут вызвать определенные продукты, такие как выпечка, сладости, крупы, мясо, молоко, газировки, чай, кофе, алкоголь, а также стрессы и сильные физические нагрузки. Поскольку закисление может стать причиной набора лишнего веса, ломкости костей, отеков, бессонницы и повышенной чувствительности зубов, с ним нужно бороться при появлении первых симптомов. Помочь в этом нам могут продукты, содержащие щелочь, которая нейтрализует действие кислоты. Например, яблочный уксус, лимон и зелень. И пусть вас не смущает их кислый вкус, так как он не имеет ничего общего со средой, которую они создают. Щелочью также богаты огурцы, брокколи, кабачки и фрукты, поэтому очень важно включать их в рацион на регулярной основе. Приобретая товары по нашим ссылкам в магазинах наших партнеров, вы получаете лучшую цену и помогаете развитию канала. Переходите по ссылкам в описании и заказывайте все необходимое. Стараемся и работаем для вас.